господин Уолпл, я полагаю. Буэнос диас. Мистер Дункан Уолпл из Англии к губернатору. Полагаю, он меня ждет. Си, сеньор Уолпл. Энтре, пор фавор. Я думаю, у нас ничего не получится, нас раскроют. По-любому. ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, asesino. Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. С другой стороны, ассасин не стал бы вести частицу Эдема, а это предатель. Частица. Либо он предатель, да. Вы там это, я все слышу. Доброе утро. Не ошибусь, предположив, что вы Дункан? Все верно. Я так и думал. Вудс Роджерс. Польщен. И я. Надо сказать, моя жена мало что смыслит в красоте. То есть? Жена. Когда-то вы виделись на бале-маскараде у Перси. А, да-да. Назвала вас дьявольски красивым. Вероятно, просто хотела меня подразнить. Какие-то проверки делают, смотри. Джулиан, наш почетный гость прибыл. Дункан Уолпл. А, Джулиан Дюкас. Надеюсь, вы не лукавите, переходя в нашу... О! Ассасинов я не люблю. Ага. Но лжецов ненавижу. Поверьте, я вас не разочарую. Готовы размяться, Дункан? Со стариком встретимся позже. Переходя в наш орден. Вы взяли мои самые лучшие пистолеты, Дункан. Так что берегите их. Буду лелеять их, как своих сыновей. Постреляйте, если хотите. Пообвыкнитесь. У одного из моих соратников было 9 пистолетов. В бою неплохо, но лучше плавать с ними он не стал. Увы. Хорошо. Жду, когда пистолет будет получать 4 пули. Сейчас Марокко. Марокко, действительно. А что там было в дополнительном задании? Испытание пройти. Понятно. Стрелковое какое-то. Ну ладно, прошел? Нет. А что еще надо сделать? Ну, во все, наверное, попасть надо. Ты два крайних не оставлял. Они горели красным, а сейчас не знали. Вот, вроде все. О, нормально. Пули, дайте. Итак, задача очень проста. Поразите все мишени, пока в часах не кончился песок. Помните, все мишени за отведенное время. Вот. А у меня 2 патрона только осталось. Ну, их 2 цели осталось. А, ничего не вижу. Ха-ха-ха. Вот так. Прикольно. Нет, стоп. Почему отберите 5000? Я же не отобрал, я заработал их, честно. И поболтать надо. Поговорите. Дункан, где ваши скрытые клинки? Для ассасина вы плохо вооружены. А, к несчастью, сломал их оба. Ну, я думаю, они уже что-то заподозрили. Выбирайте. Где же вы их нашли? Я их не нашел. Я их забрал. Трофеи на память. Два клинка, как положено, да? Точно, да.
Дункан, не побалуйте нас демонстрацией своих талантов. Одновременно типа обучения и... Прошу. Проверяют. Проверяют, да. Вашего приезда мы подготовили пару испытаний. Досадно уезжать, не увидев вас в действии. Да, конечно. Раз есть время, я с радостью покажу, что умею. Вот. Видите? Приготовлено специально для вас. Прошу. Клинок в толпе. Самое простое. Без размаха. Быстро и четко. Покажите еще что-нибудь. Ну что еще-то показать? А тебя подсвечивают. Использовать стога серы вроде как по... прикрытие. А. Они просто тормозят. Это не я. Оп. Боже, вот это да. Скрытность. Они какие-то нельзя странные. Нельзя переоценить эффект неожиданности. Так ведь? Бить из-за угла. Бить из-за угла. Вон там. А где тут угол-то? Ну, иди туда, там разберемся. А, между двумя мирными жителями. Разрази меня, гром. Очень умно. Убийства в воздухе по-своему прекрасны. Хоть и привлекают внимание. Покажете? А почему до этого у меня ничего не привлекло внимание, когда я убил с воздуха? А возможно ли нанести роковой удар на бегу? Мондио, какой сильный удар! Язвы. Ну. Чудесно. А почему они у тебя не спрашивают ту штуку, ассасины, которую ты привез? Ассасины вас хорошо обучили, Дунка. Вы очень вовремя решили их оставить. Угу. Сильно рискуя при том. Предательство ассасинов вредно для здоровья. Выпивка, говорят, тоже, но такого рода опасности меня манят. А по какому делу вы здесь, сэр? Помощник губернатора, быть может? Или впервые тут так же, как и я? Пистолеты, сабли, пушки, бомбы. Я с радостью продам все то, чем можно убивать. Контрабандист, скажем так. А как поживает ваша супруга, капитан Роджерс? Она тоже здесь? В Гаване? Живу надеждой, но вестей нет. Я больше года истреблял пиратов на Мадагаскаре. Разогнать этих негодяев было непросто, но мы справились. В будущем, надеюсь, использовать ту же тактику в Вест-Индии. И что вы сделали с ними? Все просто. Пираты невежественны, как макаки. Я дал им выбор. Принять прощение и вернуться в Англию нищими, но свободными. Или же быть повешенными. А, видимо, Нассау ваша новая цель. Прозорливо, Дункан, именно. Удачи вам. Великий магистр, господин Дункан Уолпол прибыл. Си. Мы вас ждали неделю назад. Прошу прощения. Мой корабль захватили пираты, едва уцелел. Я прибыл лишь вчера. Досадно. Простите за назойливость, но удалось ли вам спасти все то, что было обещано мне? О да, сэр, удалось. Инкрибли. Ассасины добились большего, чем мы думали, но нас им не остановить. Рад, наконец, встретиться с вами, Дункан. Добро пожаловать. Прошу, нам есть что обсудить. Угу. Не ожидал я немножко такого прям так поворота. Так все-таки не подозревают, что ли, еще? Ну, непонятно, как-то. Или это мы просто так скептически воспринимали наконец, их? Все в сборе. Возможно. Такое пестрое общество. Англия, Франция, Испания. Граждане прогнивших империй. Но теперь вы тамплиеры, тайные подлинные правители мира. Прошу, дайте мне руки. Даже так. Помните нашу общую цель.
вести всех заблудших, пока не найдут дороги. Вести пылающих страстью, пока не утолят сердца. Вести всех пытливых, пока не умерят разум. Во имя Отца понимания. Приступим же. Десятки лет назад совет доверил мне найти в Вест-Индии забытое место, которое наши предки называли обсерваторией. Смотрите, взгляните на эти изображения и запомните их. В них скрыта важная история. Уже 2 десятилетия я пытаюсь найти обсерваторию. Там, по слухам, спрятан инструмент невероятной важности и силы. Некоего рода армиллярная сфера. Это устройство даст нам возможность следить за каждым человеком на Земле, где бы он ни находился. Представьте, что будет в нашей власти. Тогда между людьми не будет больше секретов. Ни лжи, ни обмана, лишь правда и справедливость. Вот зачем нам обсерватория и то, что в ней должно стать нашим. А мы знаем, где она? Узнаем. У нас в руках единственный, кто знает ответ, некий Робертс, бывший мудрец. Истинного мудреца они видели уже 45 лет. Вы уверены, что он не шарлатан? Мы полностью уверены. И ассасины придут за ним. Я чуть не загоготала, когда увидела задание. Несомненно. Но благодаря Дункану и сведениям, что он привез, ассасины перестанут нам докучать. Все станет ясно завтра, господа, когда вы встретитесь с мудрецом. А пока давайте пить. Чё-то умокнул, да, все-таки еще? Карту. Мы найдем обсерваторию вместе. Ведь тогда короли падут, духовенство отступит, а сердца мира станут нашими. Они не знают, с чем связались. Это... Ой, такой персонаж у нас, конечно, просто... Жук. Все-таки они не подозревали. Да. Они ему кольцо одевали, а он так посмотрел на него. Оценивающе, я думаю, сколько можно продать. Ага. Ой, пятерочку вам за это. А лицо такое серьезное дело. А они такие... Ограбьте 3 тамплиеров. И главное, болтают. Мне похихикать хочется. Они там болтают. А я задание сначала не увидел. Смотрю, украсть. Думаю, опа. Такой, ну-ка попробую. Получил. Смотрю, задание высветилось. Думаю, ага. Значит, можно просто всех украсть. Ладно, дальше. Отдыхайте, Дункан. Завтра придет Серебряный флот и ваша награда. Затем обсудим план дальнейших действий. Жду с нетерпением. Экселенте. Буду ждать вас в гавани завтра с утра. Еще эту штуку надо упереть. Да-да-да. Прозрачную. Так. Губернатор Торрес завтра рано утром будет ждать вас в гавани. Около замка. Тебя выставили, что ли? Да, просто выкинули. Гады. Ну, спасибо. О, классно. Вот эта фишка мне всегда нравилась в предыдущих частях, а вот в третьем не было. То, что нанимать можно? Разве? Да. Ну, не знаю. Видимо, я потому что все предыдущие части играл, пользовался этим. А тут вдруг бац, отобрали как-то. Кстати, на записи я посмотрел, что у меня там заметательный нож был перед этой серией. Угу. Вот, я его собака. Поднял. Собака. Поднял. Хе-хе. Чё? Хорошая собака. А что там за бутылка рома? Таверна, может быть, какая-нибудь? Наверх, да? Получается. Непонятно, тусклым показывают, видишь? Вот, теперь вниз. Здрасте. Таверна. Таверна. Можно выпить прям?
За 5 монеток. Ну и ладно. Сейчас напьешься и будешь убить, драться, да? Опять. А вдруг нет? Все, что ли? Что ли? Чего получить? Я думал опять выпить. Чего тебе сказал-то? Получить информацию, наверное, было. А про груз? Морской конвой. Ограбить типа можно. Ага. Офигеть! А мы где? Сейчас такой где-нибудь маленький островочек где-нибудь на карте. А где это, правда? Что-то не вижу, странно. Так, давай искать Гавану. Так. Если так сделать. Вот оно что. Ну, я примерно так сказал, где-то маленький кусочек. Офигеть. Схватите и ограбьте посыльного. Ну давайте. А он уже убежал, наверное. Хотя нет, он еще не знает про нас. Опа! Это... Ага. Ну как? Кинжал не метательный. Дайте. А где их вообще брать? В продаже не видел, я забежал в лавочку по пути. Но их нет там. Может быть, потом появятся. Во, а что еще за музыка? Видишь? Пули заполнены. Ну ладно. А, нам же пистолеты выдали, кстати. На втором этаже где-то, смотри. Да. Похоже. Ого! О! Это что еще? Это вот, наверное, оно. Да, это как раз эти нотки. О как. Шанти. Да, у нас есть клинки, у нас есть пистолеты. Клёво. Так, черт, побежали куда надо. Нет, давай посмотрим, что это за сундук. ULC. Странный. Я на него давно смотрю. Он близко так. Угу. Здрасте. Оп. Назад, назад, вот так. Ага. Какой-то DLC-шный сундук или что? Какой-то особенный. Ну-ка, открывайся. Open. И все. Странно. Что там было-то? Там, видимо, ничего не было. Не знаю. Странно, действительно. Ой, фрагменты. Ладно. Что-то столько всего собирательного. Караул. Ага, привет. А далеко точка эта? Какая? А вот. О, далеко, ладно. Не побегу. Стоп. А, канаты. Ладно. Я говорю, столько всего. Дон,
Доброе утро, Дункан. Сюда. Эдвард! Эй, Эдвард! Вот дурак. Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. А? Большая удача. Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Ну а то. Свидимся, Боннет. Удачи. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Капелька крови там внутри теперь. Видел, да? Да. Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си, Синдуда. Обсерватория — инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Так. Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Плохой маршрут, Торрес. Мы уязвимы. Что-то не так. Будьте рядом, магистр. Так. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Ассасины сейчас нападут. Наверное. Ассасины! Сверху! Они на крышах! Я не хочу убивать ассасинов. Сейчас. Я еще не обвыкся немножко. К новому способу стрельбы. А, у меня пистолет не заряжено. Почему они не заряжены-то? Эдвард, чем ты всю ночь занимался? Должен был пистолет заряжать, что ли? Обязательно. Следите за улицами. Так, они я пошел наверху везде. Убью. Вот тут нормально справитесь, я думаю. Ха-ха-ха, черт. Вон, на балкончик. Прицепись. То я пытаюсь. О, у него уже здоровья мало. И он ушел. А я не заряжен. Так, можно этим заняться. Хорошо. Это куда? За ним. Куда я? Плохо. Нападите на мудреца сверху. А тебе ловкости не занимать. Схватить или убить? Схватить. Он нам живым нужен, по идее. Вот и я об этом же. Просто сверху меня как-то это... Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Напрягает. Вот гад. Стой! Ноги прострелю! Это ты гад в данный момент, вообще-то. Блин. Причем вдвойне. Ты мне сверху нужен. Причем вдвойне гад. Вот так. Подрулил закрылками.
Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезет. Вернусь губернатором. С одобрением нашего дурака-короля. Адиос. Что до вас, сеньор Уолпол. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. В полдень. Приду. Но ему что-то явно не нравится. Не пойму. То есть он так им фальшиво так улыбается постоянно. Я думаю, он всем фальшиво улыбается, одновременно продумывая, где бы еще поживиться. Возможно.